Всем привет! Недавно приобрел себе внешний накопитель на 4 терабайта от Seagate. Теперь я на него устанавливаю тупо все игры, которые у меня есть на PlayStation 4 по подписке. Я его подключил к пятой плойке, он, естественно, заработал, но, к сожалению, туда ставятся игры только от PlayStation 4. Сами же игры от Sony 5 ставятся на ее внутренний SSD-шник. Тем не менее, в консоли предусмотрен слот для расширения под NVMe SSD. Я видел в YouTube, люди ставили туда SSD-шники там на терабайт, на 2 терабайта, но он, к сожалению, пока не работает. Sony не завезли поддержку. Еще я видел интересный тест, тоже покупали внешние, ну, только не обычный венчак, а SSD-шник быстрый. Подключали его к пятой плойке, загружали на него игру от PlayStation 4 и загружали непосредственно на внутреннюю память PS5 одну и ту самую игру. И прикольный факт, то что на внешнем SSD-шнике игра грузилась на пару секунд быстрее, чем на внутреннем SSD от PS5. Конечно, просто смешно. У них было несколько презентаций. Марк Церний, по-моему, так его звать. Или это с Xbox? Короче, я уже запутался. В общем, у них было много этих презентаций, и он хвалил этот SSD-шник, типа он сверхмощный, сверхбыстрый, и в итоге оказалось, может это потом пофиксят, даунгрейдят, Sony могут такое сделать. Интересно будет тоже посмотреть тесты, когда завезут поддержку этих, слот расширения NVMe, и посмотреть, где быстрее будет грузиться игра. Так что вот так вот. 4 терабайта, этот Seagate, прикольный. Выполнен в стиле PlayStation. Я установил туда, не знаю, сколько там игр. Сейчас включим, посмотрим. Грузил у меня где-то даже полтора дня. Может, кто-то еще не знает это. Ставишь просто консоль в безопасный режим, по-моему, так он называется. Она типа вырубается, но не полностью. Она дает питание на задний этот USB-шник, и она качает по-тихому игры. Я подключил внешний накопитель к USB-порту на передней панели PS5. И, пожалуйста, нам выскочило вот такое вот уведомление, мол, нельзя пользоваться передним. Можно пользоваться, но оно не быстрое. И нас просят подключить внешний накопитель к задней стенке системы PS5, что мы и в дальнейшем сделаем. Конечно же, я буду его отключать, когда выключу PS5. И переставлю его на заднюю панель. И потом включим. Так, консоль запустилась, там никакого уведомления не выскочило. Захожу в свой профиль. Так, это у меня накачанные игры. Сразу переходим в настройки и в память. Так, первое у нас менюшка память консоли. Размер игры и приложения нам показывают. Так, это что установлено. Дальше можно перемещать, кстати. Сейчас покажу, как заходите и что можно переместить. Сейчас ничего нельзя переместить, поскольку игры с PS5 нельзя перемещать на данный внешний накопитель. Переходим в расширенное хранилище, и здесь уже видим наш Винчестер. Игры и приложения у меня 1 терабайт занимают, сколько я скачал их. Так, выбрать все мне покажется. Нет, все нет. Не показывает. Сразу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, триста, тридцать один, тридцать два, тридцать три, тридцать три или тридцать четыре. Сбился. В общем, я не буду в них играть. Все, не знаю, что их поустанавливал, но захочется просто, если вдруг что-то поиграть, чтобы не качать его, не ждать, а сразу включить и наслаждаться игрой. И у меня в итоге доступно 2 терабайта и 600 гигабайт. Я одного чувака на ютубе видел, у него вообще 16 гиг этот накопитель, только у него на Xbox. Или больше даже. И у него под завязку он забит, там у него 1 терабайт, по-моему, остался. У него каждый день какие-то обновления, все приходят на игры, у него так обновляется, он обновляется на постой. В принципе, сказать, что... SSD, да, он быстрый, но он, дорогой в миллион раз, чем обычный этот
внешний накопитель, и стоит ли эти деньги переплачивать за то, что, ну не знаю, ну на 30 секунд быстрее игра загрузится или еще что-то. Ну, допустим, 1 терабайт SSD-шника за эту сумму можно купить, наверное, 8 терабайт обычного этого внешнего накопителя, не SSD-шника, а обычного. Зато туда больше игр влезет. Ну, такое. Ну, да, для PS5 игр, конечно же, предпочтительно купить этот SSD NVMe. Такое. Ну, вот такое небольшое видео. Спасибо всем, кто его посмотрел. Можете, кстати, посмотреть мое предыдущее видео о недостатках PS5, что мне в ней не понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр. Всем пока.